Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш вебинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович, менеджер, преподаватель, официального партнера Альпари в городе Минске. Для всех тех, кто смотрит нас онлайн, кто включил трансляцию, я напомню, что у вас есть возможность задавать свои вопросы в чат. Пишите, что хотите спросить, уточнить. Вижу все ваши вопросы, стараюсь на них сразу же отвечать, как только они появляются. Также напомню, что для того, чтобы написать вопрос в чат, вам необходимо быть авторизованными в личном кабинете. То есть ввести логин и пароль на сайте alpari.ru, который вы получили при регистрации личного кабинета. А также для тех, у кого пока еще личного кабинета своего нет, вы можете его зарегистрировать. Регистрация отнимет у вас буквально 2 минуты вашего драгоценного времени. Абсолютно ни к чему не обязывает. Довольно-таки простой процесс регистрации. После чего вы получите доступ к чату, получите доступ к торговым платформам MetaTrader 4, MetaTrader 5. Получите возможность получать сигналы торговые авточартист от сервиса авточартист, также доступ к новостной экономической ленте Dow Jones. Да? Ну и также за открытие личного кабинета сегодня начисляются бонусы Альпы, которые можно обменивать на деньги, которые можно пускать на улучшение торговых услуг. То есть снизить спред, снизить свопы и так далее. Для тех, кто впервые смотрит нас, скажу, что проводим мы анализ без использования каких-либо индикаторов сложных торговых подходов, смотрим уровни поддержки сопротивления, смотрим, как ведет себя цена на этих уровнях, и дальше уже торгуем. Да, если какие-то интересные моменты для входа появляются, я обычно всегда на этом заостряю внимание. Что ж, давайте начнем обзор. Начнем обзор мы кратенько с экономического календаря. Надо посмотреть, что нас ждет сегодня, да, то есть какие у нас тут идеи. Первая половина дня прошла, в принципе, без особого энтузиазма. Вторая то же самое, практически ничего здесь нету. Дадли в 15.30 выступает, обозначена слабая новость, вряд ли там что-то интересное скажут. Да, единственное, что в 17.00, возможно, будет индекс рыночной стоимости жилья, может быть, на нем какие-либо движения по доллару и произойдут. На этом пока все, да, насчет нефти, я думаю, уже все в курсе, что не смогли договориться, да, страны-экспортеры нефти в Дохе 17 апреля были переговоры, по сути, а ничего не случилось, да, то есть ничего не произошло в плане, чтобы снизить как-то свои объемы. Об этом мы еще поговорим. Давайте сейчас посмотрим мы терминал, да, что у нас тут как. Пока на текущий момент у меня открыта покупка по паре USD-канадец, доллар-канадский доллар. Вот. Ну, давайте по порядку до нее мы дойдем. По евро-доллару. Да, по евро-доллару в пятницу открыта была у меня покупка. Получилось здесь немножко заработать. 25 пунктов. Решил я не переносить позицию на выходные, да, потому что было как-то... Ну, был нюанс, да, потому что 17 апреля встреча в Дохе, и мало ли о чем они там договорятся, и, скорее всего, в понедельник будет гэп. Как видим, гэп был, да, только, скажем, в нашу сторону немножко, поэтому решил закрываться я в пятницу и всех об этом предупреждал, всем советовал. Что сейчас по евро-доллару может быть, да? Ну, на текущий момент пока для входа... Если только в покупке, немножко подождать надо. Смотрите, по евро-доллару я обозначал эту зону 1.1350, даже начало, да, 1.1340, как зона, с которой, возможно, будут продажи, возможно, будут шорты. Но пока цена до этой зоны не дошла, мы наперед не загадываем. Мы будем смотреть, как будет развиваться событие, как себя цена будет в этой зоне вести, когда она зайдет, да, то есть... Зайти-то она зайдет, а дальше надо смотреть, что возможно два сценария. Конечно, первый сценарий, к которому я больше склоняюсь, что будет откат из зоны движения вниз. Второй сценарий, мы можем просто продолжить двигаться наверх. Ну а пока мы, собственно, движемся, есть кое-какие движения, можно попробовать на текущий момент уже попробовать взять отработку
текущего уровня. Напомню, что уровни достаточно условные, да. Дожидаемся, пока цена выйдет из этой зоны. Попробуем взять ретест, небольшой ретест от этого уровня. Возможно, получится зайти на меньшем таймфрейме. Пока же, как мы видим, цена из этой зоны не уходила, да, то есть подходила, но пробить эту зону еще не получалось, то есть пробить этот уровень еще не получилось, поэтому ждем, пока цена выйдет наверх, если выйдет, попробуем поймать на ретесте, либо на ближайшем откате, да, но напомню, что особо по целям здесь глобальной цели ставить не приходится, почему, потому что вот данная зона, да, о которой я говорю, широкая, напомню, что у нас сама здесь ширина порядка 40 пунктов по этой зоне. Так, вернись. Ну, 50 пунктов, да, то есть понятно, что там 1.1340 нижняя граница, это не значит, что с этой границы будут сразу же и откаты, хотя такое тоже может быть. Так что по евро-доллару пока просто-напросто наблюдаем, как будет себя вести цена. Сможет пробить этот уровень или не сможет, да? Если не сможет, тогда можно ждать, конечно, откат вниз и попробовать с этого уровня какие... Заговорился, да? Можно попробовать продажу поискать. Вот. Но в любом случае, пока цена на этом уровне торгуется, мы какие-либо действия предпринимать не будем. Смотрим так, как это хорошая точка входа. Да? С направлением уже нам подскажет сама цена. Та же самая картина и по паре доллар-швейцарский франк. Обратите внимание, как мы, собственно, отскочили, да, от уровня. Вот, но выше пока цена не поднялась. Да, вот по швейцарцу, возможно, вот, кстати, по швейцарцу есть хорошая вероятность зайти в шорт, зайти в продажу. Сейчас подгрузится график наш, да. Где? Обратите внимание, вот наш зона уровень, да. Если мы эту зону пробьем, да, мы видим, пока еще пробить ее не получается, тогда можно с этой зоны, собственно, зашортить. Но не советую открывать две сделки по евро и по доллару швейцарский франк. Почему? Это одно и то же. Вот, потому что эти пары скоррелированы в обратную сторону, и если мы открываем покупку по евро-доллару, то же самое с продажей на доллар-швейцарский франк. Поэтому пока больше склоняюсь к тому, что ну, получше, скажем, запас, да, по швейцарцу. Здесь около 120 пунктов, евро же, евро-доллар порядка 50 пунктов наверх, то есть, собственно... Вот, границы по евро-доллару я обозначал, да, вот эта зеленая, синяя зона, порядка 50 пунктов, это и есть граница, да, в которой мы будем смотреть, как будет себя вести цена. Вот эта зона вызывает наибольший интерес, то есть вот это и будет граница, собственно, вы видите, 1.1340, 1.1390, примерно 50 пунктов. Дальше давайте посмотрим, что у нас есть по фунт-доллар. Так, Артем пишет, подскажите книгу по трейдингу бесплатно. Артем, а почему же бесплатную книгу по трейдингу? Да? Может, платная хорошая есть книжка? Вот, по фунту, да? Что у нас сейчас по фунту? По фунту пока ситуация не совсем понятна. Да? Вроде как пытались пойти наверх, не получилось. И по сути по фунту в глобальном смысле боковик. Да? Поэтому сейчас каких-либо сделок по фунту я не вижу и не советовал бы сейчас заходить. Да? То есть надо ожидать... собственно, фунту какого-либо из уровней, и дальше смотреть, как цена будет на этот уровень реагировать. Да? Вот, а дальше уже смотреть. Пока ну, из уровней, да, можно обозначить текущее нахождение цены. Вот это пока уберу, чтобы не было загруженности. Да? Вот эту зону я пока тоже нижнюю уберу. Вот, потому что уже график перегружен, тут еще моими сделками, которые были, не всем понятно, да, что происходит, как происходит. Вот, смотрите. Интересный момент какой? Интересный момент сейчас, да, сейчас, смотрите, вот была зона, вышли из этой зоны, да, потом вроде как вернулись, опять резкий выход. Посмотрим,
как цена вообще отреагирует на данный уровень, не отреагирует ли она в принципе. Да, у меня есть предположение, что можем мы с этого уровня вырулить наверх. Поэтому, если смотреть по фунту сделки, да, это можно посмотреть лонги, но пока еще, собственно, рановато, да, насчет лонгов. Так, Карен в продаже по евро что-то не идет. Да, но пока в продаже не идет, скорее даже наверх пойдет по евро, Карен. Я только что об этом рассказывал. Так что, возможно, есть смысл пока закрыться и дальше уже смотреть, как будут развиваться события. То есть по евро пока... пунктов на 30-40 вверх точно пойдем. Ну, не то, что точно, да, но такие ощущения, предположения. Вот, а дальше надо уже смотреть, как цена будет вести себя в этой зоне насчет продаж. Возможно, продаж даже не будет. То есть, возможно, пойдем просто наверх. Да. Так что пока лучше продажи по евро, ну, повременить с этим. Если что-то есть, закрыться, либо хотя бы частично закрыться, чтобы не нести каких-то серьезных потерь. Вот, по фунту обратить внимание, да, на эту зону, на этот уровень, о котором я рассказывал. Вот, вероятнее всего, с этого уровня мы попробуем двинуться наверх, поискать покупки, но еще пока сигнал не нарисовался, да, с этого уровня. Вот, так что ждем подтверждения, возможно, что получится ломи, да, то есть по фунту. А насчет целей, да, куда мы там упремся, наверх, вниз, ну, первая цель, с которой, скажем, стоит считаться, это 1.4220 примерно отметка. Вот, уже дальше уже будем смотреть, да, то есть пробьем ее, пойдем еще выше, не пробьем, значит, откатимся от нее. Но пока с этого уровня 1.4160, где мы торгуемся, я думаю, что будет откат, есть возможность заработать на отбор. Дальше посмотрим по иене. Да. По иене, собственно, были сделки также в пятницу. Шорт шел, но перед выходными закрылся, как вы видите, напрасно. Да? Хотя, в принципе, если система подразумевает это, да, то, собственно, надо следовать системе. Дальше, что по иене сейчас? Ну и по иене еще был небольшой лонг. Заходил в лонг. Вот, а сейчас пока ситуация непонятна. Возможно, что по иене и будем двигаться наверх, да, но это пока еще так, на уровне размышлений, да, на уровне взглядов размышлений. То есть вот лонг был тут, в лонге тоже немного посидел, около 30 пунктов, да. Что по иене, где важные уровни, да, где важная отметка, да, вот он, важный уровень, в принципе, где мы сейчас и разворачиваемся, да, на этом уровне. Поэтому можно, в принципе, по иене тоже искать лонги. Единственное, что покупки, да, ну, кому непонятно. Вот, единственное, что ждем подтверждения, да, ждем, что цена действительно приняла этот уровень и начнет с него разворачиваться. Пока, как мы видим, пытается цена развернуться на этом уровне, но не получается, да. Не получается в том плане, что подавливают продавцы и есть определенное давление. Если меньше таймфрейм взять, 5-минутка, то в принципе видимо, да, что пытается развернуться цена, но еще не получилось. Так что ждем подтверждения и получится у нас разворот на уровне, можно будет по иене какие-то лонги взять. Да? То есть здесь довольно-таки продолжительная была проторговка, достаточно много объема наторговано. Вот, ну и плюс сам уровень, как видите, цена его пока воспринимает, да, то есть незамеченным он не остался. Вот, единственное, что вот на 5-минутке пока слабоват таймфрейм, подождем подтверждения на хотя бы 15-минутках, тогда можно будет уже что-то говорить, да, о том, будет разворот или не будет. Дальше идем по австралийцу. Австралиец как-то торгуется со своими, называется, тараканами в голове, да, то есть такой громаднейший просто гэп, тут пунктов на 45-50, да, вот, что сейчас по австралийцу, да, то есть по австралийцу, в принципе, можно ожидать,
давайте что угодно, да, по австралийцам. Давайте посмотрим чуть больше таймфрейм. Пока для меня не ясно, да, есть предположение, что двинется австралиец вниз, но как-то уж совсем такие размазанные, да, туманное предположение, поэтому не буду строить здесь каких-либо иллюзий, пытаться найти то, чего нету, да, пожалуй, мы австралийца оставим без внимания, да. Есть предположение, что можем, ну, пока пойти вниз, где-то здесь вот такую картину увидеть, да, но это просто на уровне ощущений, поэтому я даже не буду вам рассматривать эту картину, да, чтобы потом не ошибиться, да, ну, вернее, даже если ошибусь, да, чтобы вам какого-то ложных взглядов, ложных суждений не дать. Эти уровни мы уберем. Давайте посмотрим, что по новозеландцам. Может, здесь что-то более понятно, тогда можно будет делать какие-то суждения, делать какие-то выводы. Похоже, очень картина, как и по австралийцу. Мощный рост в пятницу, в понедельник продолжение, да, на гэпе. Также с гэпом открылся. Да, все рынки пооткрывали с гэпом. Плюс здесь такие мощные были шпильки. Что сейчас по новозеландцу? По новозеландцу, я думаю, стоит ждать движения пока вниз. Да? Короткого, краткосрочного, буквально на ближайший час-полтора. Да? То есть это то, что я бы ожидал сейчас от новозеландца. Но в любом случае пока заходить не будем. Не вижу еще подтверждения, хотя можно было бы, конечно, на вершине и прыгнуть. 69.30, да, если кого-то, скажем, система позволяет, можно рассмотреть такой вариант, но, пожалуй, пока постоим в сторонке, возможно, будет что-то более понятно. Но помню, что понедельник обычно всегда вялый день, и редко, когда хорошие сделки происходят. Вот, поэтому я бы советовал не торопиться, не спешить. Так, а что? А, это еще с базы осталось, с базового курса показывал, как строятся каналы. Вот, что по канадцу, да, по канадцу обратите внимание, да, то есть какая здесь ситуация. Пока в лонги, вся ставка именно на нефть, пробитие, собственно, уровень пробили у нас даже гэпом, да, прям как на фондовом рынке. Вот, собственно, наш уровень. Находил, собственно, от него стоп под лоу ближайший, да, то есть если, ну, обновим этот лоу, то, скорее всего, рост замедлится, пока приостановится, пока прекратится. Ну, на текущий момент накапало около 20 пунктов, не так уж и много, так что ждем развития событий. Да? Take Profit я еще не выставлял, обычно выставляю попозже, но если ориентироваться на нефть, да, то, что там происходит, то я думаю, по тейку мы можем дойти, сейчас скажу, до каких моментов. Но опять же, это будет первая цель, да, вот эти хвосты наши. Я думаю, что 1.30 это, собственно, первая отметка. Чуть поменьше уровень, вот он. Вот, а дальше уже смотреть, возможно, от него будет какой-то откат, да, ближайший, потом опять пробой. Ну, если действительно с нефтью так будут обстоять дела, хотя, как видите, от такого особой паники на рынке нету, да, почему? Потому что до этого был очень бурный рост по нефти, довольно-таки активный рост. Сегодня, кстати, получил еще по нефти шорт, 30 пунктов удалось взять практически без риска, да, то есть катились и со ската получилось, собственно, взять, да. Что сейчас? Вот пятничный расклад, но стояла отложка, я ее убрал, да. Почему? Понятно, потому что мог быть исход совершенно любой, то есть могли задеть отложку и там потом гэпом улетели бы неизвестно докуда, если бы 17 апреля договорились о заморозке нефти, да, но пока заморозки нету, так что по нефти прогноз $37, я думаю, что 37 тут, ну, 37.50, да, я думаю, что будем мы снижаться, будем мы щупать эти $37, да, а дальше уже
посмотрим, насколько серьезны будут последствия, насколько серьезны будут движения. Но это не значит пока, что надо все бросать, сразу шортить нефть. Да? То есть шортить надо только при возможностях, при появлениях хороших сигналов. Да? Почему? Потому что на большом таймфрейме, там, допустим, день-два, видно, что будет, скажем, снижение, да, но сможем ли мы правильно зайти и правильно взять это снижение. То есть часто бывает так, что, увы, не получается. Поэтому надо дожидаться сигнала, технического сигнала, да, теханализа, и дальше уже отталкиваться от него. То есть не исключено, что будет пока откат от нефти на нефть наверх, да, и, возможно, только после этого мы продолжим двигаться вниз, хотя общий тренд, да, общее движение нацелено именно вниз, именно на продажу. Это что по нефти. Да? Давайте глянем крас рубль. Там с утра, естественно, был прыжок, скачок. Да? Куда же он без этого скачка? Какой гэп у нас был? Вот, по-моему, в пятницу я говорил обратить внимание на этот уровень. Да? Почему? Потому что с него могут быть движения. Как видите, так и есть. Но этот прыжок 68, тут 69 почти рублей, это еще не самое страшное, не самое худшее. Да? Почему? Потому что говорил, да, наверное, несколько раз уже, что если мы преодолеем отметку вот эту 69.50, то, скорее всего, как только мы преодолеем, буквально через неделю-две, мы будем уже на отметке 76 рублей за доллар. То есть, если мы так прыгнем, да, что сейчас по рублю? По рублю можно дождаться отката к данной зоне, к этому уровню, да, возможно, он и будет, конечно. Я не берусь судить, будет он или нет, да, но в целом пока можно рассчитывать примерно на такой сценарий, то есть откат, и с этого отката мы продолжим движение наверх, продолжим восходящее движение, по крайней мере, такие мысли на текущий момент, именно сейчас. Да? Давайте по драгметаллам пройдемся, золото, серебро, и будем потихоньку уже сворачиваться. Вот наше золото. Уровень отработан очень хорошо. Да? До верхнего уровня еще не дошли, не добрались. Что можно ожидать? Я вообще предлагал, да, 1200 за унцию, говорил, что будет... Очень нервные будут инвесторы, многие, знаю, накупили золото даже не только бумажного, но и реального золота, там, в слитках, в цепях, в кольцах, сидят и ждут, пока их инвестиции будут расти, но не тут-то было, да, тут резкое снижение было, вот, по сути, пока само золото, как видите, на дневке, да, это можно расценивать как боковое движение, вот, нам же интересно пока, куда мы будем двигаться в ближайшее время, вверх-вниз. Пока цена не дошла до текущего верхнего уровня. 12.41, давайте считать границу. Золото лучше не трогать. Да, понаблюдаем, если зайдет в эту зону, дальше уже будем смотреть, что и как. Да? То есть, как отреагирует цена вообще на этот уровень, на эту зону. Если начнет разворачиваться и будет тому подтверждение, можно будет золото вшортить. Я думаю, что ход долларов 7-8 будет. Да? Если же мы пробьем этот уровень, ждем просто-напросто ретеста, да, ближайшего отката и заходим в покупки, и тогда сидим уже до 12.60, можно будет сидеть уже в позиции. Это что касаемо золота. И по серебру давайте глянем. Ну, серебро пока, обратите внимание, на верхней границе нашего уровня забралось, залезло и дальше никуда двигаться не желает. Да? То есть село на 16 и торгуется. Как бы в ближайшее время с 16 мы не увидели шортов. Да? Вот. Но пока цена на этом уровне, я советую каких-либо активных действий не предпринимать. Тем более это серебро очень волатильный, очень сложный для торговли инструмент и металл, поэтому лучше все-таки воздержаться пока. Ну а по евро-доллару мы видим, что выходим из уровня, да, и входим из зоны, и вероятнее всего пойдут лонги. Вот, так что можно попробовать, собственно, о, как уже активно пошли расти, да, можно по евро прикупиться в лонги, кто еще в лонгах
не стоит, да, то есть можно попробовать взять. Я думаю, что пунктов 30-40 движение получится по евро-доллару. Вот, собственно, такой обзор на сегодня. Не совсем понятен вопрос Михаила насчет уроки повторы. Насколько я знаю, повторов нет. Все ведется онлайн-вещание. Напомню, что 27 апреля стартует курс «Торговля по уровням поддержки сопротивления», где я буду рассказывать о своей стратегии, как строю уровни, на чем основывается торговля по этим уровням, как их определять, как определять их силу, как управлять рисками, как рассчитывать капитал. Обо всем этом 27, 28 и 29 апреля 3 часа, да, 3 семинара, 3 дня. Собственно, об этом и поговорим. Напомню, что семинар платный, условно платный. Для участия необходимо пополнить счет на сумму от 1000 долларов и выше. Можно в эквиваленте, можно в рублях. Да? Вот, так что поэтому думайте, да, время еще есть. Решайте для себя. Сразу скажу, что эти деньги, которые вы заплатите, это не... они ничем не обременены, и в случае чего можете их просто вывести, вернуть себе обратно. Да? Либо торговать на них, либо инвестировать, либо можете вернуть их обратно, то есть абсолютно никаких сложностей с этим не возникнет. На этом у меня все. Напомню, что буквально через 10 минут запись будет на канале Альпари в YouTube и в группе Альпари ВКонтакте. Да? Смотрите, собственно, обзоры, пишите свои комментарии, задавайте вопросы ВКонтакте в группе. Всем хорошего дня, начала недели и до встречи на наших следующих семинарах.